Так, всем привет. Сегодня у нас на мини-обзоре телефончик попал в руки. Такой Samsung A21s. Модель A217F. Это телефон 2020 года, я так понял. То есть в мае, по-моему, вышел. У него дисплей диагональ 6,5. Разрешение 1600 на 720. Процессор Exynos 850, 8-ядерный, 4 ядра по 2 ГГц и плюс еще 4 ядра, короче, 8 ядер. Оперативки в данной модели, по-моему, 3 гигабайта, насколько я помню. Да, 3 гигабайта памяти, но бывает еще 4,6. Встроенной памяти 32 гигабайта, из нее доступно 20 где-то будет. Также еще бывает на 64 гигабайта модели, и флешка до 512 гигов поддерживается. Потом, что еще у нас здесь? Аккумулятор 5000 мАч. Здесь вот отпечаток пальца, 4 камеры, вспышка. Камера основная 48 мегапикселей, потом есть широкоугольная 8 мегапикселей, также есть для макросъемки 2 мегапикселя. И какой-то еще датчик глубины, видимо, чтобы фокус сделать, тоже 2 мегапикселя. Все примечательно, здесь спереди камера находится. Переднюю в таком интересном расположении слева сверху, не по центру. И так она находится в дисплее, получается, не отдельной рамкой. Так вот интересно встраивается в дисплей. Вот. Тип экрана PLS, TFT, LCD. Видимо, здесь не AMOLED экран, поэтому он стоит так дешево, потому что я посмотрел сразу на него экран в Гринспарке, он стоит от 4 до 5 оригинальный. То есть как бы это дешево для такого большого. Если бы он был AMOLED, он, думаю, наверное, 1015 бы стоил. Так как здесь TFT, поэтому экран по ремонту около 5000 стоит. Не, как бы не так критично. Передняя камера, кстати, 13 мегапикселей. Так, что еще интересно? Поддерживает Wi-Fi 5 ГГц. Две сим-карты нано-сим. Плюс флешка еще. Одновременно. Соответственно, 4G. Тут у нас Type-C разъем. И разъем под наушники есть. Здесь клавиши громкости включения. Здесь сим-лоток. Сверху микрофон, видимо, под камеру. Ну, здоровый, конечно, телефон. Неудобно мне держать лично. Так, по системе здесь, по-моему, стоит 10 Android. Тут еще что-то обновилось при включении. Какая-то прошивка. Да, это стоит 10 Android. Так, что еще интересного? Так, по характеристикам вроде все прошло, посмотрел. По камере. Можно попробовать включить. Вот камера. Это задняя. Там как-то должна быть. А, вот передняя. Всем привет.
Ну, по качеству камеры сейчас не скажу. Но 48 мегапикселей, если, то должно быть нормально. И надеюсь. Так, потому что беглый обзор по основным характеристикам. Первое, что мне в глаза бросилось, это, конечно, передняя камера. Остальное, ну, все, как бы Android, он и есть Android. 10 Android, 3 гига оперативки, 32 памяти. Ну, как бы сказать, что бюджетная модель, стоит он, по-моему, 15 тысяч. Данной комплектации, ну, видимо, на 64 подороже. Но за счет того, что здесь недорогой экран, пользоваться, по крайней мере, им будет не страшно. Вот такой, короче, телефончик. На этом, наверное, закончим. Всем пока.